Всем привет, привет. Мы пока кушали, привозили еду. Так у нас такая мини-распаковочка для Лёлика и Боли. Не все? Не, не переворачивается. Распаковочка, вот такой сухой корм. Здесь 15 килограмм. 280 шекелей. Вот она уже стоит тут. 280 шекелей, 15 килограмм. Нам хватает. И там, знаете, внутри удобно, потому что там есть, они в упаковках. Вот сейчас Женисте покажет. А зачем? Нет? Куда нам нужно? Неважно, да. Там оно... Так нет, надо полностью разрезать. Почему? Там в пакетах оно там находится. Ну, оно убрало уже. И нам дали еще на подарки вот такие вот вкусняшки. Сейчас разверну, это мой кофе стоит. Смотри, как всегда ходит, бубнит. Говорит, уйди. Вот, бесплатно нам. Вот мы сделали покупку, нам дали вкусняшки. Да, упаковка вот таких вот вкусняшек. Вот такие, видите? Палочки. Я думаю, что это нарисован барашек. Или корова это. Не знаю, может кто-то поймет. По-моему, корова все-таки. Женя тут питается. Лёлик тут сидит. Вкусняшку привезли. Ай-яй-яй. Болик тоже здесь. Вот, смотрите. Они уже топчутся. Уже мям-мям привезли, да? Вкусняшку привезли тебе? Да? Вот такую вкусняшку. Как Люся просит? Вот, смотрите, вот такие. Там есть 3 или 4 пакета. 4, да, по-моему? 5 или 6 пакета вот такие. Это очень удобно, что они закрыты и не выдыхаются. Видите, вот. То есть ты открыл пакет, израсходовал, а остальное тебе герметично. Не знаю, нам нравится. А нам нравится это полбеды. Главное, чтобы вот этим мышкам нравилось. Вот эти, да? Да? Вот это вот, да, вот такая. Вот такая мышь. Вот так мы любим кушать. Да, вот такие сладкие. О, побежала, смотрите. Нет у меня ничего. Все, повисло уже, как гирлянда. Хвост. Папулички. А это у нас девочка более такая скромная, более выдержанная. Смотрите. Акула-каракула. О, почухает папу. Акула-каракула. Целоваться нет, любит? Нет ничего, девочки. Целоваться любит, обалдеть. Сейчас папа откроет и даст им вкусняшки привезли. О, смотрите. Это Люся маленькая, это мамин характер, боевая такая девчонка. А Рита у нас такая, никакая. Сама ты никакая. Да, в крови. Не, мы ее безумно любим. Рита самая умная. Да, она умная девочка. И она к Люсе, кстати, относится, как будто это ее ребенок. Вот она за ней ухаживает, Люся там это сама смотрит за ней. Вот. На, понюхай. Все, понюхали. Вентилятор, пожалуйста, включите. Очень у нас жарко. Хоть мозган. У нас слабенький мозган. У нас слабый он. Мы пожадничали. Вместо трех надо было брать два мозгана. Кондиционер. Вот, ну, уже пожадничали, уже стоит. Да. Так мы включаем мозган и вентилятор, тогда оно хорошо охлаждается. Сейчас у нас будет плитка вкусняшками. Смотрите. И она знает причем. Это спокойно стоит, даже хвостом не машет. А это, смотрите, что творят. Что творят канадцы, а? Вы посмотрите, что творят канадцы. Сейчас она повисит на Люси. О, на Рите. Смотрите. Нахарится второе счастье, да? Вот такая вот. Лёлик и Болик, любимые наши. Слушайте, вопрос. Любите ли вы собак, как люблю их я? Мы. Мы очень любим собак. Мы кошек любим, но мы танцы на воде. Такого ты не видал нигде. Акула-каракула. Смотрите, сейчас засосёт. И маленький что-то на один зубок. Лиза так точно. Лиза так и не поняла, что это было у него во рту. Только рот вымазал. Проси. Смотрите, сейчас сядет. Вот так. А другой лапкой? Другой лапкой. И Люси висит на ней. Да. О. Захват пиранья. Ну, ладненько. Все счастливы, мы наелись спицы, вот такой олененок. Другую лапку.
Лидочка, другую лапку дай, солнышко. Витуря. Нельзя. Нельзя. Да, Люси, слово нельзя не слышать. Нельзя. Сегодня команда нельзя у нас не работать, сегодня все можно. Ты одновременно дай Люси и Риты. Получается, ты это даешь, потому что сожрала, потом позабрала. Это Женя гавкает. Цай. Да, Женя гавкает. Кто-то другой, по-моему, гавкает. Нет, я разговариваю. Угу. Все, наверное. Я думаю, что все на сегодня. Да, а то он не пачку готовы сосать. Ну да. Все. Лёля Кубарик прощается с вами. И мы тоже. Это был канал Анжела Женя. Жизнь как сериал. Подписывайтесь, ставьте лайк. Будем рады очень. И Лёля Кубарик тоже будет рад. Всем пока-пока. Любим, целуем. До следующего видео. Вот такая у нас любовь. Видите? Такая у нас здесь любовь. Ой, покупалась. Так пахнет вкусненько, да? Какой у нас и будет антенна. Вот так. Да, вот так она. Вот так. Ну, кто может так любить? Лучше как-то. Вот так. Ой, шампунькой пахнет, да? Я просто... Люся! А что мы? А что? Девочка. А Люси что хочет? Кушать хочешь? Люси. Моя девочка, вот такая красавица, да. Люняшенька. Покупали вчера ее, она блестящая. Пошла Женю целовать. Женя лежит. Пошла целовать Женю. Вот так. Вот так она целует Женю. Какая ласковая девочка. Просто прелесть. Ой, ребят, устали. Только закончили вчера как ненормальную кухню. Да, вон вдалеке вы видите нашу кухню. Только закончили, намучились. И раньше вот много что могли делать за это время. А сейчас Женька лежит, пошел. Женя нога заболела. Пошел одевать майку, чтобы вас не смущать. И Люсяня сидит. Обложилась косточками на диване. У нас не всегда диван разложен. Просто сейчас у нас карантин. И что мы разложили сексодром. И вот так. Обычно у нас сложен диван. О, побежала. Сама чашка побежала. А вот Ритуля. Вчера покупали их. Все-таки... Маленькие собаки, они меньше пахнут, чем это, чем большие, да? О. Сборище, собачья свадьба называется, да? Собака, вот так, она что-то просит. Когда она что-то просит, Рита, Люся начинает так скакать, вот, видите? О, она нас кошмарит, выдает. А Рита, он смотрит, лапа. Ричка, что ты хочешь, Ритунечка? Ритунечка, что ты хочешь, солнышко мое любимое? Моя, вот такая у нас, да. Тоже поцеловаться может. Люсина еда стоит, она бегается. А мы ей даем это, ее корм, он даже не на ногой, и крылышки я варю. О, нам дайте вкусняшки, нам надо вкусненькие вкусняшки. Они знают, где у них вкусняшки находятся, вот так. О, сейчас Рита, смотрите. Нет. А что, там нет вкусняшек, Ритулечка? Где вкусняшки, покажи. Покажи, где вкусняшки. А что это вдруг? Давай посмотрим. Там нету, Ритуля. Там инструменты, ну, папа, не лежат. Нет. А где вкусняшки? Забыла девочка. Где вкусняшки? Где? Где вкусняшки? Любимое слово. На. Бери. Где вкусняшки? А Люся не лезет, она знает, что это не тот ящик. Где вкусняшки? Люся знает, где ящик с вкусняшками. Покажи мне, где ящик? Где вкусняшки? Слушайте, вот с ногой вчера это 2 дня на лестнице постоял. Сейчас я стол свой подвину. А здесь денежки лежат. Мы пиццу заказали, так я жду. Вчера просит, видите, просит вкусняшки просит. Вкусняшки просит. Люся знает, где ящик. Она даже не полезла в тот ящик. Там у них целый ящик лежит из вкусняшек. Люся это знает. Ой, хвост у нас какой-то, веер. Сейчас я ближе подойду. Покажу эту красоту. Движение на ногу больную.
Вчера вечером, это, с утром уже, можно сказать, спускался с Ритой. Поднимался уже, да, и шел домой. И прострел получил такую мышцу, что сейчас больно стоять. Вот, кто знает, что это такое, напишите, пожалуйста. Но это не судорога. Это не судорога, да. Что-то в мышце, может, сустав, может, не знаю, короче говоря, что. Больно становиться на ногу. Мы уже помассажировали, намазали, ну. Вот, кто-то сталкивался, вот, одели такую повязку. Может, кто-то сталкивался с этим. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Какой-то способ. Сейчас, подождите, я хочу этот телевизор. Новая передача «Секрет». Я поставила на паузу. О, вкусняшки сейчас будет у нас. Раздача. Да я им просто кучу дам, потому что маленькие. Не, ну так уж вы немножко постояли. Вот так. О, так Люся у нас умеет стоять. Смотрите, какая красопеточка наша. Я стригу ее сама. Вот такая. О. Акула-каракула. Нет. Стой красиво, Люсенька, стой красиво. Расчесали вчера, хвостик завязали. Сама стригу, наверное, он Ритусенька тоже. Рит. Там мелкие вкусняшки. Попроси. Как ты умеешь? Вот так, Рит, добрось, посмотрите, красота какая. Нет, другой. Вот другой. Она знает, она умная девочка. Умная. Но больше бы еще собаку не хочу, конечно. С ними. Ну, есть проблемы свои. Это валяется, как подушка на диване малая. А с Ритой надо больше энергии. Мяч ее желтый лежит, она тягает его, чтобы с ней игрались. О, толстопузая. Эй! Кто-нибудь сводил Йорков? Как их сводить? Даже не знаю, что-то я боюсь. Боюсь. Риту так точно не буду сводить, что 11 щенков. Давай. Таких больших нет. Сынок, попроси. Попроси, давай. Сейчас лапку. Вот лапку. Да, выше лапку поднимай. Не ленись. Нет, лапку. Не ленись. Ой, олененок ты мой. Вот так. Посмотрите. Просто цирк. Все. Цирк на дроте. Все, дети. Все. Все. Люси. Ай. Что, нога? Повезло. Нога? На. Нет, упала. Ну а. Что? Люси не повезло? Ну наоборот, Люси повезло. Упала.